всяких по горло. Горло, да. Сейчас немножко попроще. Сейчас мы поедем, заправимся и чуть-чуть сделаем небольшой пробег. Кататься решили. Просто вечерний. В какой-то веке у нас выходной совместно. Ну да. Съездим. Жалим, как говорится. Иногда хочется. Мы сейчас находимся в Тосмаре, если кто не знает. Мимо проезжаем. Да, это Тосмар. Это все царские, эти старинные дома. Здесь вот в этот садик я ходил, когда был совсем маленький садик. Вот. Ну вот мы проехали Тосмары. Ой, в руках никакой стабилизации у меня нету. Ну, это не реклама, а там рыбзавод есть. Вкусная рыба, но она не дешевая. Вот здесь. Вот это. Не дешевая, но вкусная. Это всякие хорошие заводики. Это да, наши заводики. Инфраструктура, как говорят. А то говорят, в Лейпае негде работать и ничего ему не производят. Это единственное практически. Вот это. УПБ завод производит панели. Это не реклама. Это не реклама. Там дальше была фабрика, где асфальт. Мы проехали. Да, мы проехали. Здесь бывшая сахарная фабрика. Это что, наше правительство решило все уничтожить. Осталось только труба. Нет, там еще какое-то время работает. Да, и то закрыли. Все закрыли, остался только один забор. Да. Обидно, но факт. Да. Ну, не знаю, здесь с советских времен был завод тоже, вот здесь вот. Бетон производили, бетонные эти блоки, все. Сейчас это... Ну, его тоже в 90-х годах развалили. Ну, сейчас это новое. ВНВ сегодня у нас. Центр, а эту часть города мы вообще ничего не сняли. Ну, да. Ну это типа такая маленькая экскурсия. Сейчас мы едем заправляться. Вот сюда, в церковь. Заправляемся только здесь, потому что 53. Наш БНВ, если честно сказать, он на этом топливе, на этой церкви скандинавская, типа она меньше... Потребляет? Ну да, бензина на 2 литра меньше, чем в других. Ну и резво есть. Пока все, да, мы сейчас... А нет, сейчас покажем цены, сколько у нас сейчас стоит топливо. Вот сейчас заснимем, вот мы сейчас покажем. Сейчас у нас топливо упало, хорошо. Ну, сейчас уже опять где? Евро 53. Евро 53, мне не видно это. А, вот. Евро 53, да, все. Все, мы заправились. Ю-ху. Да, заправились, сейчас поедем в ту сторону. Вот. Может, съездим, покажем горбольницу, проедем. Да, а, ну... Ну да. Там уже это еще с тех времен. Мой дядя. Я там родилась. Моя сестра там родилась, и мой дядя еще когда служил тут, там их сюда присылали ее строить. Эту больницу. Какое счастье. Это новое. Федя, дядя Федя. Ну да, да, да. Если дядя Федя смотрит, ему привет. Дядя Федя, привет. Если он смотрит. Подписчикам всем привет. И дяде Феде тоже. Да. Вот здесь что-то производят, но я вот так особо и не знаю. А где у нас тут? У нас нет, как он? Сканпласт, вот. Вот, наверное, был здесь где-то. Ну, он и сейчас есть. Он вот тут у нас вот сорки прижимают. Можно яблоки. Можно свои там яблоки вот, привозить. Продают.
здесь вот покажи, там у нас есть форты. Что там стрельбы сейчас делают? У нас есть в Лейпае маленький вот аэропорт. Вот. Вот. Там еще можно учиться на пилота, на маленькие самолетики. Но аэропорт там у нас ничего не летает. Летает иногда в Ригу. Хотели, мне кажется, больше не сделали. Нет, летом летал. Летом летал? Только летом, в теплое время. Ну куда? Кто? Хотя было бы, мне кажется, очень удобно. Многие же путешествуют. Вот мы заехали в Цинденеке. Да, бывший такой какой-то. Ну не бывший, он еще есть в Цинденеке, да. Поселок. Поселок. Тут всякие дома. Я не помню. Есть какие-то заброшенные. А есть, которые вот очень даже. Раньше отсюда убегали, сейчас строят вот такие вот дома шикарные. Вот. У меня в той стороне бабушка жила, Катя. Вот. Сейчас вот будет аэропорт. Аэропорт. Здесь поворот на аэропорт. Да. Он совсем маленький. Здесь огороды раньше были. А, да. Ну нет, где-то тут есть еще огороды. Уже только в другой стороне. Уже кажется все. Вот аэропорт. Да. Это территория аэропорта. Там еще стоят, сейчас попробуем заснять. Два мига стоит старых. Истребители. Если будет видно. А, и здесь и, летом. И в этом году и в прошлом году было авиашоу. А тут каждый год сейчас зависит. Ну, второй год подряд только пока. Вот это маленькая территория. Вот. Аэропорт. А здесь вот школа, вот. Покажи. Вот. Там учатся на пилот. Пилот академия. Да. А вот там. Тут и новые постройки, и старые постройки еще. Вон они. Где? Вот. Стоят. Ржавые такие, ну ничего, все равно интересно, красиво. Ну пока все. Сейчас выйдем. Вот Цинденеке заканчивается. Да, и дрога нет. И все. Ну вот наша лепойская граница. Якорь. Граница. А, да, только автобус. Автобус стоит. Стал. Там не судьба, походу. А вот, вот сейчас я медленно поеду. Вот. Вот наш старинный якорь. Да. Лепойская. А вот виднеется вот горбольница, как я называю. Да, городская, потому что какая-то мой город, больница. Ну да. Мне там руку ломали. А мне ничего там не делали. А, ну что ты там делали? Родилась? Я родилась, сына родила там. Ну и короче, только по родам я там. Мои дети тоже там родились. Ну да. Короче, наши дети там родились. Кроме меня. Кроме него. Да. Я в Колдыге родился. Маленькая из Венеции. Да. Ну вот ее чуть-чуть восстанавливали, тут что-то делали. Вон. Ее перестроили внутри совсем все по-другому. Я даже не знаю, как кто рассказывал, что там все. По-другому сейчас. Там где-то морг был. Да, морг не знаю. Там где-то. Типа, ну и не надо еще. Глупости какие, муженька всегда мне тут злит. На это называемый район Шестерка. АУ. АУ? Да. АУ его называют. Да. А почему АУ, я не знаю. А их как-то они делятся на три АУ. Кишлак и что-то еще. Кишлак или не был это? Нет, это АУ. Я не знаю, я не помню. Я тоже не помню. Это уже столько лет. Мы уже совсем молодые. Плохо с памятью. Да, теперь мы проедемся через
здесь я жить не хотел бы, на самом деле, вот здесь. Во-первых, далеко от центра. Нет? Да. Я, кстати, тоже не хочу. Нет, ну мы там, где живем, тоже не совсем близко, но тот район... У нас ближе пешком можно дойти за 40 минут. Да. А отсюда ты уже не дойдешь никак. Ну, дойдешь, но это будет время. Я не хочу. Это далеко. Тут вот есть тоже еще оставшиеся недостроенные дома. Советских времен, да, единственный дом. Да, он не то что расселен, он просто недостроен, не заселен. Хотя могли его застроить, поселить людьми, хотя бы молодым сильным, я всегда говорю. Это вот начали и вообще даже, если он хотя бы достроился, но не сдан в эксплуатацию, то вообще никак. Да, зевак. Ой, еще БМВ. Здесь памятник был, его сейчас убрали. А кому был? Я не помню. Защитником, не знаю. Нет, там был по-другому. Ну, не важно. Не важно, да. Ну, вообще природа у нас красивая. Здесь да. Орехи растут. А, да? Здесь всегда ходят. А, мы можем проехать. Ну да, показать. Где у нас будет? Ну да. Строится. Далеко от центра, но близко к спальным районам. Посмотрим, если там знаков нет, что снимать нельзя, тогда не будем. Ну да, тогда не будем. Ну хотя я думаю, что будем, потому что в ТикТоке полно съемок маленьких этих тикточных. Здесь вот наш черный канал. Черная речка. Ну это вообще канал. Канал, да. А, вот, смотри. Поворот узнанный или что-то там. Здесь все эти форты, все эти катакомбы. Ой, дом красивый. Да. Вот цвет. Тут, там вот. Там вот, там, да, там катакомбы. Смотри, какие цветы. Давай нарвем. Цветы? Давай нарвем цветы. Мы сейчас будем рвать. А эти красивые цветы. У моей бабушки такие в огороде росли. Все, мы пока рвем цветы. А сейчас я буду снимать, как жена рвет цветы. Это красиво его. На самом деле, муж мне сегодня букет подарил. Муж мне сегодня подарил букет. Цветы. А то... Да. Нарвали мы цветов. Букет. Целый букет. Красивых желтых цветов. Что за цветы, мы не знаем. Но кто знает... Напишите комментарии, что это за цветы. Я не помню. А я не знаю. У бабушки такие много росло. Может, это есть такие земляная груша, но я не уверена. В общем, нарвали, в багажник спрятали. Они красивые, желтенькие, как солнышко. Да, очень много. Вот еще здесь. Но они очень красивые. А, вот, пожалуйста, тюрьма. Это вот наша тюрьма, да. А тут знаков нету, что оно не за он. Да, ну как-то так. Ну, в общем, это очень близко от спальных районов, как Тосмари и Карлстон. Вот. Да. А еще здесь вот что-то будет еще строиться, и здесь конюшня. Я так понимаю, что негде будет бедным лошадям гулять. Потому что сейчас мы увидим, там будут застройки. Здесь надо тут застройки. Мы не да, знаем. Да, да, мы не знаем что, но что-то никто будет. Не знает. Кто-то знает, но молчит. Новая машинка. А, вы видели, да. А старую мы решили продать. Нашу девочку, я ее называю незабудка. Сделанную красивую. Мерседес А-класс 150. Да. Мануальная 2006 года. Новый латвийский техосмотр. Да, мы прошли только. Да. Она нам немножко не подходит, маленькая. Для нас она маловато. Маловато. Смотри, сколько этих цветов-то. У нас немножко активный отдых, и когда мы едем всей семьей, нам она нужно... Она не подходит. Да, не подходит. Багажник она вообще, маленький. Эту машину пригнана с Германии. Для нас с Германии. Да. Мы первые хозяева в Латвии. Да. Она с Германии. Она очень хорошая, удобная, комфортная, но нам она маловато. Мы поездили и поняли, что нам надо немножко что-то побольше,
поактивней, да. Поагрессивней. Ну, в этой машинке заменены тормоза полностью, все она починена, да. Там что-то нужно было устранить. Только вот сейчас вот заменили масло, и даже еще на ней не поездили. Просто вот заменили, чтобы было свежее масло. Да. Просто садись и едь. Ну, машина 2006 года, ну, 2000 евреев мы за нее хотим. Да. 2000 евреев, ну ладно, евро. Если кому интересно, пишите в комментарии под этим видео. Договоримся, покажем, если кому надо. Ну, если там, может, процентную чуть-чуть еще там... Ну, это уже все потом. Это все потом, при встрече. Да, если вдруг... Вдруг мы просто хотим мотоцикл, и нам надо вот срочно продать Мерседес. Да. Мотоцикл. Уже мотоцикл, я посмотрю, уже два на примете есть. Мотоциклы потом, если купим, получится, все покажем. Да. А здесь катакомбы, здесь можно, да, летом посещать. Редан. Реклама тоже такая. Это реклама специально, это сюда приходите и наслаждайтесь, там интересно. Там интересно, музей. Там действительно интересно, и погулять с детьми интересно. На ютубе там у меня есть маленький ролик, про Редан. Там можно посмотреть. Ну вот едем вперед. Сейчас впереди там вот Шчеды, там дачный поселок, там дачи. Да. Там дачи, здесь будут слева форты, северные есть форты, вот. Да, вентилятор. Туда все туристы ездят. Можно полазить. Едешь. По развалинам. Можно. Мы заезжаем. Зеленую рощу. Тут... Зеленую рощу. Мы тут немножко разговаривали с дочкой. Едем. Здесь мы не проезжали. И вот зеленая роща. Да, вот это зеленая роща. Мы с другой стороны проезжали. Мешает параллельно дорога была. Нет, мы параллельно дороге туда, где тюрьма была, это параллельная дорога была. Вот такой мы едем. Спальный район. Тоже, да. И вот эта дорога, там скорая впереди. Эта дорога едет. О, полиция стоит. Ведет тоже горбольницы. Нашей больницы. Вот. Нет. Тут по левой стороне будет садик. А туда мы не поедем. Ну нет, там частный так. Ну. Частный сектор, да. Ну да. Вот, это садик. Домики всякие красивые тут. Вот и леса. Да. Это болото уже, а не леса. Да. По правую сторону будет поворот. Там вот будет приют. Мы туда едем. А, ну вот мы как раз повернем сейчас. Мы же туда не пойдем, что там делать. Ну да, и сейчас будет Лава Сырц. Приют животных. С левой стороны сейчас будет катакомбы. Ну, там был памятник. Там был, там памятник был, вечный огонь. Танкистом. Вот. Вечный огонь горел все время. Да. Сейчас он, разумеется, не горит, газ кончился. Ну, там вообще и памятника уже нет. Там нет ничего. Там уже снесли, да. Ну, вот, это вот территория. Вот начинается территория приюта. Тут всякие киски, собачки. Вот. Так что вот так. Сюда ходят волонтеры, выгуливают собак. Маленькая. Там Рига, 213 километров. Да, ну в Ригу мы не поедем в этот раз. Муж ездил без меня, потому что я работала, а у него были там дела. Да, и еще да, мистер Блинчик съел. Да, он без меня был в мистер Блинчике. Блинчики были вкусные, но он ходил без меня. И да. Теперь я ему это напоминаю каждый день, но что он был мистер Блинчик один. На самом деле, мистер Блинчик это просто было... Ну, не очень знаю, вкусно, да. Настолько он, вкусно, он, это просто, блин... Очень вкусно. Да? Да, я холодный кушала, но был вкусный. Я представляю, насколько он вкусный, когда теплый. Теперь у нас есть идея, ну,
когда поедем в Ригу. Заедем к мистеру Блинчу. Да, может быть, если я мужа уговорю, мы съездим в Сигулду через Ригу, может быть, тогда мы... Нам как раз только через Ригу ехать. Да, мы тогда заедем в мистер Блинчик и возьмем... В этот раз мы брали соленый. Соленый, да, там с беконом, шпинат, там бекон, сыр чеддер был. Ну, очень вкусно, правда, очень калорийно, но, тем не менее, очень вкусно. Да. Короче, советую заехать в Ригу, эту поесть мистер Блинчик. 8 евро там. Ну, очень вкусно. Очень просто вкусно. Да. Вот когда мы поедем, попробуем сладкий. Потому что я бы оттуда не довез бы сладкий до дома, домой. 3 часа в автобусе. Да, он с копейками ездил в автобусе. Так что без меня. Он, да, не довез бы. Вот где-то... Дедушка. Вот дедушка. Стартует. Это Ка-Форд. Я могу даже догнать, наверное. Обогнал, да. Так у него может быть мотор там. Простите, простите, извините. Я его даже обогнать не могу, он не едет. Что у нас здесь находится? Здесь у нас бассейн. Был? Старый. Он не ходит. Или функционирует. Ну, раньше гидролат. Или его больше нет. Ну, раньше функционировал. Здесь у нас магазин Мэры, там есть ЦСДД. Ну, новые машины тут продают. Форд всякие. Вот здесь вот бассейн был. Да. Может быть и функционирует. А может еще есть, не знаю. Спорткомплекс. Машины какие-то стоят на продажу. Это на продажу, да. Нет. Здесь вот опять производство, кальян. Кальянное делают. Датское? Я не знаю, что. Не помню. Ну, едем в сторону центра. У нас сегодня... Здесь быстро ехать нельзя, здесь радары ставят. Да. Красные. Вот там тоже что-то у нас. Там раньше по дереву работали, да. Электростанция наша. Ну вот наша проходная Металлурговская. Металлург, да, сейчас мы, наверное, мимо Металлурга поедем нашего. Да. Как там Большой раньше был. Называли офис Металлурга? Я не помню. Пентагон, да. Да. Вот сейчас здесь будет по правую сторону. Вот да, наши вот любовские это... трамваи красивые, новые. Красивые, новые, да. Вот это все начинается Металлург. Да. Всякое производство было разное, всякое разное. Тут ну, тоже... пожары закрыли, ну, и что теперь делать? Ну, да. Никому ничего не надо. У Металлурга даже был музей. Вот здесь будет. А вот само вот здание. Вот это вот музей. Тут раньше магазин был Перла. Вот этот. Офис. Да, главный дом ихний. Главный дом. Вот это к Металлургу относящаяся поликлиника. Сейчас она по-другому называется. Ну, я там для работы прохожу врачебную комиссию. Ну, да, там есть врачи. Ну раз там, она даже там есть, как больница, стационар дневной. Там, можно, ну как бы не поликлиника, такая мини-больничка. Там наш центральный вокзал. Вокзал, да, это вечерняя школа была, вот эта вот, ее закрыли. А что-то сейчас сделают. Вот. Это манеж, да, спортивный манеж для детей. Это школа, вот это красивая. Старая церковь. Ну, католическая, по-моему, или баптистская, не знаю. Вот это Олимпийский центр наш тоже. Тут происходят и концерты всякие, и спортивные соревнования. Ну, в общем, разные соревнования. Там бассейн, как он по-другому называется. Господи. Спа. Спа, да, спа. Вот магазинчик наш. Гипермаркет. Да. Здесь ледовый холл. Ледовый холл, да. Я там один раз была в школьное время, упала на льду, руку выбила, и больше я туда не ходила. Но почему-то есть желание с мужем хотя бы туда сходить. Через центр проедем. Ну, давай проедем через центр. Давай, да. Да. Может быть, когда-нибудь с мужем сообразим и сходим туда на свидание. Я не умею кататься на коньках. Я тоже. Ну, ничего.
Там есть специальные детские... Лучше посмотри, покажи, как светится наш Зинтерс большой. Я вижу, да. Он как светится. Ой, я вижу, я показываю, да. Сейчас он красиво сейчас темнеет, сейчас все по-другому. Да. Не то, что днем. Променад. Очень красиво. Красиво. Променад. Последний раз мы снимали, когда был ураган в Латвии. Ну да, это мы так проехали быстренько. Такие мокрые покатушки. Ну как светится, как янтарь. Ну он же есть, Зинтерс, янтарь наш. Ну да. Что-то много машин сегодня. Домой все едут, время 8. Ну да, без 25. Кто сейчас поедет? Мы поедем. А, нет. Нам было туда, там интереснее. Ну, проедемся. Хотят. По центру. Там открылся... Это все не реклама, это действительно так. Вот там, где загорелся свет, там раньше был паспортный стол, магазин. Я тоже первый свой. Магазин лаймы нашей продукции. А сейчас, да, там очень вкусный горячий шоколад был. А сейчас вот кафе Hot Potato, очень вкусно. Делают крошку-картошку там. Очень вкусно. Это они переехали. Они были на Курмес проспекте. Сейчас вот они переехали сюда. Ну вот, да, вот. Вот этот красивый собор их. Нет, костел. Ну вот это наша главная улица. Лела-ела на гостинице. У нас это дневной рынок. Вечером все по-другому. По-другому, да. И на машине тоже по-другому. Вот они сделали очень красиво. Здесь они все красиво сделали. Курзема. Всю жизнь он Курзема. Раньше, когда я была маленькая, он казался еще больше. Ну, очень красиво. Они сделали, конечно. Здесь они поставили лавочки, скамеечки красиво. Ну, редко кто там, бабушки сидят. Ну, вообще очень красивые скамейки здесь. А, ну вот. Здесь вот этот ресторан. Классная Кумая. Классная Кумая, классная. Я там был. Да. И неоднократно там очень... Да, а жена твоя не была. Там очень клево. Да? Красиво просто сделано. Очень хорошо, что красиво. Ну, вот такая вот маленькая уличка. Здесь РТУ, здесь очень люди. Здесь, да, было РТУ. Сейчас я так понимаю, что закрылось. Здесь у меня был выпускной, здесь я училась. Мы на ВАНОС учились и сюда ездили. А разве он закрыт? Да, он сейчас закрыт. На ремонт, да? Ну, мне кажется, его уже давно закрыли, он не функционирует. Мне кажется, они куда-то переехали. Они же сейчас там хватает у РТУ помещений. Мне кажется, где по Курмес проспекту, там куда, да, как на Ульху, туда есть. Но все точно равно... Закрыто. Там написано Лепас университет, но он как бы не функционирует. Еще в мои времена там не было ни... Ну, когда я училась, в мои времена... Ни ремонта, ничего, но и холодно очень там было. Там такие потолки, помещения, что невозможно было отопить. Вот здесь классный магазин. Ну, скандинавский. Барахолка, может. Барахолка, да. Ну, там вещи такие, я покупал, мне там очень понравилось. Ну, там как антиквариатные есть. Да, вещи очень такие классные. Интересные. Картины там продаются. И да, вот да. Магазин. Ну, очень красиво. Не фиксируют немножко. Да, очень красиво. О, все. Ну вот эти подсветки, но очень плохо фиксируются, я могу сказать. Ну, еще, походу, не настолько темно. Мне ближний этот видно. Здесь площадка для собак. Да, выгуливать собак можно. Она большая, мне очень кажется, очень большая. Самая когда большая про... Да. И когда у нас происходят саммерсаунды и всякие еще морские праздники, здесь палаточный городок делают. Да, на какашках собачьих. Ну, чистят, конечно, но имейте в виду, где люди спят. Хотя идут и спят, ничего страшного. Так, вот. Здесь Курса бывший, рыбзавод где-то тут. Тут клуб, да. Пойдем сейчас гулять? Подойдем, мы здесь еще этого не показывали. Здесь красиво
можно подъехать, оставить машину, сходить на море. Ну, сейчас как Трабасков. Мы сейчас тут вот оставим машину. Тут где-то красивое кафе. Где? Здесь где-то. Рыбный завод. Я когда-то проходила тут практику. По профессии писала. Дипломную. Вот территория, то что футбольная ассоциация. Это мне все сын рассказывает. А впереди будет морской колледж. Это морское училище, колледж. Да. Все моряки начинают отсюда. Да. Если не матросы, наверное, то отсюда. Все учатся. Ой. Учатся. Да, реновация. Ну, город ночью совсем другой. Это понятно, очень красиво светится. О, собака там. В окне. Ну, вообще у нас красивый город. Мы живем просто, и мы многого не видим. Красоты, мелочи. Просто иногда нужно смотреть на мелочи. А для нас это уже настолько все привычное, что мы не замечаем всей красоты. Вот поближе. В таком стиле, что там это очень красиво. Ты сейчас скажешь, очень классная гостиница. Нет, там никогда не было. Но это наша Райня улица. Да. Она будет сейчас по правую сторону, Чебуречную. Она еще с каких времен? Это я еще маленький совсем. Вот, и она до сих пор есть. Немножко, конечно, внутри, я так понимаю, ремонт сделан. Вот. Но она остается Чебуречной. Была и есть Чебуречная. Я помню, маленьким мне было 6 лет, это 86-й год, и она была уже. Да, а я немножко помоложе. Или постарше? Я немножко помоложе. И я тоже помню, что мы туда ходили, чебуреки покупали, кушали с родителями. Вот это был марш-завод. Ну, сейчас темно, будет видно, вот это вот марш-завод. Это офис главный. Да, кто-то там подписчик, кто-то спрашивал. В комментариях это большая территория. Там да. Женщина спрашивала, я помню, она писала. Покажите, расскажите, что там есть. Ну, там много там, фирм. Сейчас уже, да, там как бизнес-центр, наверное, да. Считается. А вот это дом-приюты. Да, тут люди могут... Тут могут ночлежка, здесь уже люди живут на флот. Вот на этой стороне люди живут, им дают квартиру, а с другой стороны там как ночлежка, там можно да. Приходить, а здесь спать. Вот, а здесь казармы бывшие. Ну, уже темно, тут уже не видно их. По бокам. Да. Радиосвязь, мне кажется, если я не ошибаюсь. Железнодорожный мост, он через рельсы проходит. Вот мы в Ламовск, да. Заезжаем в Ламовский район. Вот здесь будет школа, но я ее, наверное, вот здесь вот школа. Больше 11, я ее заканчивала, училась, ее закрыли. И сейчас она пустует. Просто пустует. Это стройтрест. Тоже очень плохо видно, уже темно, но можно что-то разглядеть, конечно. Тоже там всякая всячина. Вот это новострой, Майго магазин. Знаете, наши девятиэтажки.
многоэтажки, да, такие здесь спортзалы. Зал, потом магазинчик тоже очень давно, с каких времен. Древний. Он просто изменился. Это вот барчик такой тут есть с медведями. Эти медведи в городке стояли. Да. Медведи, медведица с медвежатами. Это бывшая стекляшка. Да, было. Стекляшка, и что только тут уже не было. Сколько магазинов. Ну, в общем, ее перестроили, правда, мне кажется. Стекляшку снесли, потом с Суфернета построили. Да, да, да. Здесь тоже магазин, тут тоже что только не было. Вот. Ну, вот, в принципе. А, вот, тут, ну, очень плохо. Лаума. Это наша очень знаменитая Лаума. Да, женское белье. Было когда-то очень хорошее производство всего-всего, и ткани, кружав. Кошка бежит аккуратно. Всего чего. Но потихоньку. Конечно, функционирует, что-то там производится, но очень мало. Как и все у нас закрывается по чуть-чуть, потихоньку. Мне кажется, только вот эта Лаума-фабрика. Ну, фабрик, да, но нижнее белье, ну, это очень так. Не работает и функционирует не так, вот как она раньше. Ну, да, она уже там. Ну, тут это офис главный. Фабрика там далеко. Даже я еще сколько лет обратно, там была сдана в аренду помещение, ихние склады там. Я работала совсем. Да, там вообще не относящиеся ни тканям, ни к чему, ни к пошиву фирмы. Вот это, вот теперь это техникум. Был 48-е училище. Ну, очень плохо видно. Сейчас это уже относится к техникуму, и техникум уже 10 раз переименован. И ВАЛС, и ЛЕПС ВАЛС техникумс, и РТУ, и еще как-то, господи, сколько названий у этого бедного. Там еще техникум. И вот это вот главный был всегда техникум. Там, ну, да. Опять-таки же, повторюсь, очень темно, не видно, но у нас такой обзорчик. У нас уже ночной. Да, ночной. Надеюсь. Хотя 8 часов всего там. Вот опять. Нет. Это Volkswagen. Да. Вот наш порт. Где ремонтируют корабли и все такое. Да, но Тосмор. Он считается Тосморский, да, только там заезд именно в Тосморе 29. Да, ну а там все там кораблики стоят и там красят. Нет, там вроде как функционирует. Там тоже очень интересная история была в прошлом про запрошенное. Я там работал тоже. Стоят заводы, где производят окна. Вот сейчас будет тут все так красиво. Алюминиевые окна, деревянные. Вот я сейчас чуть-чуть. А, они все разные? Четыре, а вот завода. А, все разные функционируют. Один одно, другое, третье. Да. Ну, там алюминиевые, там деревянные, ну, там другие. Здесь газ и РАП сейчас хранится. Да? Не знал. Да. Будем прощаться. Да. И до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока. Пальчики. Тры-ры-ры-ры.